тебя видеть. Я надеялся, что пришлют несколько больше людей. Я препарирую один из экземпляров, которые нам удалось раздобыть. Ищу какое-нибудь врожденное слабое место, что помогло бы остановить их. Но пока ничего не обнаружил, слишком мало времени. Я останусь здесь и буду искать дальше. В соседней комнате лежит броня и боеприпасы. Код к шкафу 624. Бери, пригодится. Анабиозных камер комплекса Д. В этой лаборатории содержатся и изучаются существа из иных измерений, обнаруженные при испытаниях телепортатора, производившихся на добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью к высоким температурам. Кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу, что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения. Эти существа обладают невероятной способностью. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять, каким образом существа порождают эти сгустки. Существует мнение, что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры. Трагическая судьба первой экспедиции сквозь портал подтверждает. За поимку этих существ нам пришлось заплатить множество человеческих жизней, и мы надеемся создать полную генетическую карту подобных экземпляров. Это поможет нам ответить на многие вопросы. Эй! Есть кто-нибудь? Эй!
Кто-нибудь, помогите! Кто-нибудь меня слышит? Вытащите меня, пожалуйста! Нет, господи, нет! Мама!
пожаловать в сектор анабиозных камер комплекса Дельта. В этой лаборатории содержатся и изучаются существа из иных измерений, обнаруженные при испытаниях телепортатора, производившихся на третьем уровне комплекса Дельта. Добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью к высоким температурам. Кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу, что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения. Эти существа обладают невероятной силой и ловкостью. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ими. Каким образом существа порождают эти сгустки, неизвестно. Существует мнение, что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры. Трагическая судьба первых экспедиций сквозь портал подтверждает это. За поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизней, и мы надеемся создать полную генетическую карту подопытных экземпляров. Это поможет нам ответить на многие вопросы. Сотрудник Нари Булман. 19 октября 2145 года. Я изучал знаки на артефакте кубической формы, которые некоторые называют душекубом. С учетом результатов предыдущих исследований, я пришел к выводу, что это устройство должно было служить оружием. Если броски напряжения наконец прекратятся, и я смогу наконец включить линговый анализатор, то уверен, эта гипотеза подтвердится. Лишний повод подать очередную жалобу на перебои с энергией. В этом богом забытой дыре и так отвратительные условия, а еще свет постоянно мигает. Ладно, я отвлекся. То, что я дешифровал к данному моменту, несколько настораживает. Похоже, что когда владелец артефакта ранит или убивает другое существо, куб как-то подпитывается этой болью. Как только количество накопленной энергии доходит до определенного уровня, артефакт сможет убить что угодно, если ему приказать. Конкретно приказать я не знаю, но есть намеки, что после приказа он работает автоматически. Пока я смог расшифровать только 2/3 иероглифов. Но потому, что я уже сделал, видно, что это невероятно мощный артефакт. Прекрасно известно, что пока он никак не реагировал ни на что. Не поддавался ни сканированию, ни разрушающим тестам, ни любым другим методам исследования, кроме разве что фотосъемки. Подозреваю, что теперь он пригоден лишь в качестве пресс-папье. Бесполезное наследие когда-то великой цивилизации. Конец записи. Перед вами артефакт U1 или Душекуб. Он был найден в 2104 году при раскопках в регионе, где исследователи UAC обнаружили следы мертвой цивилизации.
об этой цивилизации мы знаем только то, что она была уничтожена каким-то катаклизмом, если верить расшифрованным надписям на покрытых иероглифами табличках, найденных в руинах. Из тех обрывков информации, которые нам удалось обнаружить, возникает картина высокоразвитого общества, обладавшего технологией на уровне чудес. Примером тому могут быть необычайные особенности души Куба. Все попытки изучения внутреннего устройства души Куба оказались тщетны. Ни масс-спектрометр, ни рентгеноскопия не дали достоверной информации о молекулярной структуре этого объекта. Артефакт нельзя также взвесить, и ни один тест не смог определить его массу. Все попытки физически нарушить целостность объекта оказались безуспешными. Также не дали успеха попытки расшифровать письмена, которыми просто усеяна поверхность души Куба. Фактически мы знаем о нем только то, что артефакт сохраняет постоянную температуру в 37,1 градуса Цельсия. Наши исследования продолжаются, и мы надеемся, что в один прекрасный день сможем повелевать технологиями, заключенными в душе Кубе. Перед вами артефакт U1 или Душекуб. Он был найден в 2104 году при раскопках в регионе, где исследователи UAC обнаружили следы мертвой цивилизации. Об этой цивилизации мы знаем только то, что она была уничтожена каким-то катаклизмом, если верить расшифрованным надписям на покрытых иероглифами табличках, найденных в руинах. Из тех обрывков информации, которые нам удалось обнаружить, возникает картина высокоразвитого общества. Я унес души Курфа. Тебе никогда его не
Thank you.